И мы можем, в общем, рассказать вам пару слов о вашем психотипе. Да, можем, можем. Хотя я со своей стороны хотела бы добавить, что у меня не такое четкое и ясное представление о вашем психотипе, как у Сергея Игоревича. Я чуть позже это объясню. Но давайте наш вывод, Сергей. К какому типу вы относите? Ее социальный. Понятно. Вот в моем представлении вы являетесь Робеспьером. Это логический интроверт, интуитивный. Да. Да, можете, в принципе, описание, если вам будет интересно, посмотреть на свободе. Оно присутствует в интернете, каждого из этих функций. И Елена Тимофеевна, что думает по этому поводу? А я вот что думаю, что у вас, Элла, вот этот тип логически интуитивный интроверт, Робеспьер или его еще аналитик называют, что он, видимо, с детства очень четкий, очень мощно раскрыт был, и до определенного возраста он так и проявлял свои сильные или там слабые качества, как у всех людей бывает. Но у меня есть большое подозрение, что когда вы вышли замуж, то ваш супруг, которого вы назвали как очень конкретный человек, он задал вам определенную новую зону жизни, и вам пришлось под него подстраиваться. А женщины подстраиваются под своего мужа не так, как мужчины подстраиваются под свою жену. Это принципиально две разных программы природы. Поэтому если мужчина со своим типом, он женится и дальше он прет как танк, он просто может немножко округлить свои позиции, но он не поломает себя, то женщины очень часто под своего мужа свой тип меняют. Надо сразу сказать, что вот Сергей Игоревич Дубов, я, насколько знаю, он первый был, который вот такую статью написал в официальном журнале, в котором он доказал, что женщины, очень многие, вступая в брак, себя ломают, они меняют свой первоначальный тип на другой. И удается ли им это чаще всего с некоторыми кровавыми потерями? Но вот по моим наблюдениям, я с этим совершенно согласна, но по моим наблюдениям есть одна добавка, что очень многое зависит от уровня эволюционного развития человека. Если сущность мощная у человека, вот как сегодня я начинала рассказывать про мальчика Вита, который в 7 лет принял сознательное решение изменить свою жизнь. Это значит, у ребенка была сущность такая мощная, что сломать ее невозможно. Он мог уже менять свою жизнь все, что угодно. Я думаю, что вы как раз относитесь к тем людям, которые смогли поменять свой тип в момент, когда вы вступили в брак и подстраивались под своего супруга, но без поломок. Вы, можно сказать, жестко себя на другой тип, подходящий для супруга, могли перевести. И потом, когда оставались наедине, вы опять возвращались к своему типу, чтобы восстановиться. Первое время, может быть, это было трудно, но если у вас много лет супружеской жизни, то вы уже приспособились к этому. И, что интересно, стали снимать сливки с этого. То есть, фактически, вы сейчас живете на два типа. Один тип – это логика, интуитивный интеллект, аналитик с рождения, который мы определили Сергеем Игоревичем. А второй тип, я предполагаю, это тип логика сенсорного интроверта или Максима, который является родственным типом. У них есть фактически это те же самые функции, только там изменены акценты. А именно, у вот этого типа, в который вы проваливаетесь, когда вы подстраиваетесь под супруга. Но это моя гипотеза, потому что я супруга вашего не знаю. Если бы вы мне фотографию показали, мы могли бы что-то сделали. Я думаю, что когда вы вкатываетесь в другой тип, подстраиваясь под супруга, то у вас на первое место выходит прорабатывание сенсорики какой-то более конкретной, подробного, детализированного
окучивание окружающего пространства. Да, да. Мне это очень помогает. Да, да. Да, муж должен помогать вот таким людям, как вы, он должен помогать именно с пространством. Может быть, с уборкой, может быть, с интерьером, может быть, что-то куда-то переставить и так далее. Другими словами, именно благодаря тому, что вы смогли освоить и второй тип, хотя бы в начальном только этапе, вы себе очень сильно расширили зоны для реализации. Это просто вот то, что я хотела добавить. Поэтому, когда мы сейчас будем говорить с Сергеем Игоревичем про ваши задачи на это воплощение, то ваш случай такой, что у вас этих задач получается чуть больше. Но они вам должны приносить радость. Да. Если вот задачи, которые сейчас вот у меня появляются, я на них с другой стороны смотрю, но это, конечно, спасибо большое вашей школе, потому что, наверное, в какой-то момент в жизни было тяжеловато. А вот когда духовно развиваешься, совсем по-другому смотришь на задачи, и они получаются совсем другого порядка. Не положительные, не отрицательные, они даже интересные получаются для себя самой, для развития, для контроль, не знаю, себя, наблюдение за собой. Да, вот то, что вы сейчас говорите, вы фактически обозначили одну из главных задач на это воплощение. А именно, это достижение интуитивного прозрения. Прежде всего, это каждодневная способность входить в образы, например, вот с нового человека, с кем вы начинаете общаться, у вас внутри появляется образ этого человека. То, что вы нам сейчас описали в начале нашей встречи сегодня, это чистая работа интуиции. Второй момент – это духовные пути и обучение в таких школах, в какую вы сейчас попали. Она не первая и не последняя в вашей жизни. Более того, вполне я допускаю, что через, может быть, несколько лет вы, может быть, начнете предлагать миру свою собственную школу. Или школу, или какие-то курсы, или свой собственный подход. Потому что базой будет интуиция. Интуиция для вас – это очень естественная функция, можно сказать, врожденная, но просто в нее надо глубже погружаться, брать оттуда информацию и ее распределять дальше. Вот это одна из очень серьезных ваших, как я вижу, задач на воплощение по первому вашему типу с детства, который идет. На сегодняшний день вы фактически, ну, почти в пиковом положении ее освоения. Я в перспективе вижу, что вы сможете основать что-то типа новой школы, новой концепции, и возьмете схему вот этого нового подхода в духовном, на духовном поприще, возьмете именно из этой своей основной функции. Но хочу вам сразу сказать, что она так у вас расположена, эта функция, что общество вам должно за нее платить. Это не работа волонтера. Работа волонтера – это когда вы в одиночестве получаете удовольствие, размышляя сами с собой о том, как мир устроен. Поразмышляли, получили удовольствие – это работа волонтера. Вы можете с кем угодно этим делиться. Все, ну, это... Вот это у меня цель моя, задача. А вот задача прорабатываемая, это все-таки с интуицией связано, и если вы будете в этом направлении дальше двигаться, то вам должно общество за это платить. То есть если курсы, то обязательно платные. Иначе у вас будет ощущение, что вы себя тратите и не восполняете. У вас должно быть с обществом определенный взаимообмен по вот этой функции интуиции. Так, это одна из задач. Ну, что, Сергей, у меня есть еще идеи по поводу других задач. Вы будете что-то добавлять? Ну, я бы хотел масштабно сказать, что, занимаясь как раз сменой функций в середине 90-х, вообще надо сказать, что до этого времени в соционической среде считалось, что функции не меняются.
И когда я столкнулся с тем, что это происходит, обнаружилось, что это происходит всегда только двумя путями. Либо это революционный путь, почти всегда революционный путь, связанный либо с серьезными кризисами внутренними, какими-то жизненными, либо с какими-то возрастными перетрубациями, или вот как ситуация там не очень подходящая, там может быть тип какой-то рядом находиться, и некомфортная зона, из этой зоны приходится выходить и что-то менять кроваво, как мы уже решили, то есть кризисным способом. И я начал разрабатывать тогда варианты со сменой психотипов с помощью эволюционного метода. Эволюционный метод подразумевал осознанную работу на тренингах. То есть какие-то тренинговые мероприятия, либо психотерапевтические, либо групповые методы личностного роста, которые позволяли расширить кругозор, горизонты и освоить дополнительные функции. Вот я хочу сказать, что на данном этапе я не видел ни одного человека в своей жизни, который сменил бы больше двух функций. Есть функции, которые, как мы уже с вами сказали, врожденные. Это чаще всего рациональность и рациональность, они неизменны по определению. И есть функция, которая, если меняется, то в первую очередь как раз прорабатываемая. Вот это в вашей ситуации то, о чем говорила Елена Тимофеевна. У вас интуиция и сенсорика, парная функция, которая, в общем, при том, что вы логико-интуитивный человек, ваш конституциональный тип, то вот все сенсорные проявления. Что такое сенсорные проявления? Сенсорные проявления – это проявления на кончиках пальцев, то есть некие ощущения, где вы получаете информацию получаете через органы сенсорного восприятия. У вас предметы, цвета, вот эти тактильные ощущения играют для вас важную роль, если сенсорик человек. Интуитивный воспринимает больше информацию эту через какие-то другие фибры, ну, да, через интуицию, скажем так. То есть это другое состояние, другой информационный поток. И для вашего типа, вообще для вашего основного базисного типа, конечно, все-таки основная функция является логика. И вот эта логика, она определяет рассудительность, логичность даже в некоторых этических вопросах. И в связи с этим даже в отношениях вот вы, скорее всего, будете руководствоваться не симпатиями, антипатиями, например, к человеку, а категориями такими, там, как справедливость, равенство, там, не знаю, целесообразность, понимаете? И вот что касается творческого вашего, ну, направления, творческой функции, то здесь все-таки базисная это интуиция, которая вот в паре с логикой призывает, что ли, в логику для решения каких-то абстрактных теоретических проблем. Ну, может быть, поэтому вы ловите такой кайф от резьбы, где все правильно, и вот у вас получается вот движение какое-то, это как раз прорабатываемая сенсорика, но вот она прорабатываемая сенсорика, то, о чем говорила Лена Тимофеевна, она как раз проявляется в изучении, в поисках и в попытках реализоваться в каких-то мелких деталях, где должно получаться хорошо. И эти детали для вас играют гораздо больше значения, чем, возможно, конечный потом результат. И процесс их, этих деталей формирования, и потом созерцание именно этих деталей. Глаз режет, и вы можете на него зациклиться и сказать, вот деталь это, то, что все плохо получилось, неважно, но вот деталь это, вот она вот совсем, там вот, блин, хорошо, нет, вот деталь, вот она вот. Очень похожа. Это как раз интуитивная логика с прорабатываемой вот той самой сенсорной функцией, где мир познается через вот эти ощущения, и в связи с тем, что она у вас, функция эта прорабатываемая, в связи с тем, что она для вас
не является основной, и базовой, и неведомая, но очень, ну как сказать, вроде доступная. Вот она доступная для освоения, познания. Вы там начинаете, как бы это сказать, ну слово «отрываться» неправильно, но это пристальное... Кайфовать. Ну, скажем так, пристальное очень внимание этому. Получается, не получается. И как получается, конечно, кайфы. А когда не получается, то серпом по Фаберже, извините за мой французский. Вот. Если правильно мы угадали, конечно, вы нас поправьте. Мы все правильно. Попадаем? Да. Очень попадаем. Вот такая вот. Давайте пару слов, Елена Тимофеевна, хотели добавить. Да, я хочу добавить. По первому типу, ну, условно говоря, базовому или с детства, которого мы определили как Робеспьер или аналитик, логико-интуитивный интроверт. Там вот эта сенсорика, которую писал Сергей Игоревич, она идет как прорабатываемая с некоторыми трудностями, но с удовольствием. Но поскольку вы сделали рывок в своей жизни, и возраст у вас уже такой, что опыт есть жизненный, и вы уже умеете в другой тип проваливаться, то когда вы проваливаетесь в другой тип, логико-сенсорный интроверт или Максим, то там эта сенсорика становится одной из ведущих функций. И это значит, что вполне возможно, что с возрастом, как говорили на Руси, вот на пенсию пойду и наконец-то оторвусь. Так вот, когда с возрастом у вас уже все в жизни устроится, более-менее, вполне возможно, что для вас сфера вот этого искусства прикладного, она может стать чуть ли не профессией, чуть ли не тем, что называется основной вид деятельности, для которого душа наконец открылась, вы нашли наконец для этого времени, и даже возможно, что это может приносить какой-то доход. Mm-hmm. Я просто хочу для примера сказать, вот у нас в Новой Зеландии есть мужчина, который в 82 года впервые начал писать картины. У него всю жизнь не доходило то времени, то денег, то дом достроить, то внуков воспитать. А 82 года он махнул на все и сказал, ну сколько ж можно? Я всю жизнь хотел рисовать картины. И он до самой своей смерти рисовал картины маслом, хотя у него и зрение уже не очень хорошее. Кстати, прекрасные картины. И вот это встречается периодически у людей, которые внутренне раскрылись в чем-то. Они свои основные функции уже, ну, как бы проработали, а теперь вот, добежал и, наконец, с удовольствием и это делаю. Поэтому это одна из ваших задач на воплощение. Но она в таком состоянии, сейчас, пока она плодов не может дать, вы еще только ее осваиваете, погружаетесь туда. Но на самом деле вас очень туда тянет. Угу. Еще раз подскажу, сенсорика – это значит, что когда работают руки, ощущения, пальцы, вы получаете удовольствие от материала земли нашей матушки, такого как дерево, может быть, какие-то другие предметы. Знаете, есть люди, которые что-то делают из перьев, из соломки. То есть вот когда вот работаешь с чем-то, где есть текстура, тепло, душа, вот с этим работать. Это одна из ваших задач для прорабатывания. Угу. И это не... Если их у меня таких задач очень много, я их хочу вот и это попробовать, и это попробовать. Или мне, может, стоит остановиться на чем-то когда-то? Или это метод такой набирания опыта в чем-то, чтобы... Потом... Это особенность интуиции, это чисто ваше качество. Ага. У вас интуиция очень мощная, она работает таким образом. Она с лучом света освещает сразу все. А раз она все освещает сверху, то вам хочется и за то браться. Mm-hmm. У вас это ведущая функция. Конечно, беритесь за все и радуйтесь. Главное, радость с этого снимать. Так, ну и, конечно... Еще из задач на это воплощение, это очень мягкое,
трудное все-таки освоение взаимоотношений с различными людьми, включая незнакомых. Потому что здесь эмоции этих людей, они не совсем для вас в деталях понятны. И поэтому все, что касается отношений, это будет для вас задача. Трудная, но обязательная. Вот я даже себе составила вопрос такой. А если вот это вот вы сейчас озвучили просто, что это моя такая основная какая-то проблематика. Есть ли такие вот какие-то конфликтные ситуации проявляются даже в коллективе? Вот каким образом, если я узнаю сенсорный тип человека, с которым я разговариваю в диалоге, как я могу найти выход из конфликтной ситуации? Могу ли я это сделать? Это предмет, я знаю его тип. Конечно, обсуждение не нашей сегодняшней площадки. У нас планируется школа. И вот столь масштабные задачи, которые вы ставите, это, конечно, уровень школы. Школы, да. Где мы будем обсуждать это с каждым психотипом. Угу. И будет это полезно знать не только про свой личный психотип, но и про психотип людей, которые вас окружают, и вы их сможете типировать. Потому что эта задача бывает часто встречной. Например, у вас и вашего партнера по работе или по квартире. Угу. Поэтому сейчас мы, к сожалению, не имеем возможности. Это возможно. Формально. Это возможно, да, это возможно, и это нужно познавать, и мы имеем ответы, и они, конечно же, должны будут обсуждаться. Да. Совершенно согласна со всем. И по поводу общения, да, вот с этим я и работаю, поэтому я и согласилась на передачу прийти. Вытащили на Божий свет, Элла. Вы меня, да, все мои вот положительные и отрицательные качества, вы вот сейчас, да. Отрицательных не бывает, бывает прорабатываемые качества. Прорабатываемые, да. Отрицательные не все Божьи. Это просто фантастика, да. Мне очень, да, я понимаю, что это все прочитываемо. Соционика — это моя наука. Я к вам приду учиться.